Простые заготовки делают порой нам огромную выручку. Поэтому сегодня мы заготовим гречку с овощами на зиму. Казалось бы, каша есть под рукой всегда, но вот свежие и ароматные овощи нет. Основной вкус мы зададим сладким перцем и томатом. Это вкусное сочетание для гречневой каши. Также добавим лук и морковь. Зимой у вас будет всегда в закромах готовый вариант гарнира, а если вы решите отправиться на природу, это и вовсе нужная заготовка, которая поможет разнообразить стол в считанные минуты. Гречневая каша, 300 грамм, вареная. Морковь, 70 грамм. Лук, 70 грамм. Перец сладкий, 250 грамм. Помидоры, 800 грамм. Соль, 1 чайная ложка. Сахар, 0,5 чайных ложки. Уксус, 9%, 1 столовая ложка. Масло растительное, 1 столовая ложка. Количество порций, 2. Подготовьте все ингредиенты. Из помидоров выжмите сок при помощи соковыжималки. Получается примерно 350-400 мл. Сока. Перец очистите и нарежьте полосками. Томат доведите до кипения, добавьте масло, перец и тушите 30 минут. Добавьте к перцу нарезанную брусочками морковь. Очищенный лук нарежьте кубиками и также добавьте в сковороду, тушите 10 минут. Теперь добавьте в сковороду заранее сваренную гречневую кашу. Всыпьте соль и сахар. Перемешайте ингредиенты и тушите кашу 20 минут. В конце добавьте уксус, еще раз перемешайте и снимите с огня. Переложите кашу в заранее подготовленную стерильную банку. Закатайте кашу стерильной крышкой и поставьте дном вверх. Укутайте одеялом и оставьте на сутки, после перенесите в кладовку. Приятного вам аппетита!